Добрый день, сегодня у нас 16 февраля 2015 год. Время уже 12 часов дня. Так, у нас солнышко, сегодня солнечно, тепло. Снег растаял. Сейчас где-то градусов, наверное. Вот грязь осталась. Вон там еще снег под забором лежит на северной стороне. Сейчас, наверное, градусов где-то 11 есть точно. Что я хотел показать? Показать улицу хотел. Я тут еще продолжаю болеть, конечно. Нос заложен. А так уже все в порядке. Хотел показать волоту. Вот такой цветочек у нас расцвел. Называется волота пурпурная. Здесь их будет 3 штуки. 4 будет цвести. Четвертый еще маленький, неизвестно, будет он или не будет. Но она вот такая вот. Красивая. Он вчера расцвел. Хотел вчера показать, но вчера было целый день пасмурно, поэтому неохота было особо и снимать. Ничего. Вот такая красотень. Вот такой красивый цветочек. Волота пурпурная. Не знаю, почему называется пурпурная, но вот он явно преобладает красно-оранжевый цвет в нем. Такие тычинки прикольные. Прямо на улице весна. Окно открыл. Продует. Он находится у меня в маленьком горшочке. Чем меньше горшочек для луковичных, тем лучше. Тем быстрее будут луковичные цвести. Вот так. Вот такие дела. Ладно, не болейте. Всем счастья, здоровья, удачи. Спасибо, что меня смотрите.